Уважаемые зарайцы, уважаемые моряки, сегодня мы находимся накануне празднования Дня военно-морского флота. День военно-морского флота празднует вся страна. История города Зарайска исторически связана с военно-морским флотом. Еще в 1669 году впервые был спущен морской корабль «Орел» в селе Дединово, который входил в состав Зарайского уезда. Хотя наш Зарайск является сухопутным городом, но он все-таки связан большими нитями с морским флотом. История Зарайска и морского флота говорит о том, что в нашем городе дважды герой Советского Союза, морской разведчик Виктор Николаевич Леонов, это уроженец города Зарайска. Во время Великой Отечественной войны он со своими моряками участвовал в боевых операциях сначала на Северном флоте, а потом на Тихоокеанском. На Зарайске в настоящее время проживает 370 человек моряков, когда-либо служивших в военно-морском флоте и оберегавших водные границы, морские границы нашей страны. Поэтому по инициативе группы моряков мы обратились к главе администрации городского округа Зарайск, в отдел культуры, чтобы день военно-морского флота провести в городе большой праздник. Они поддержали эту идею, и сейчас мы готовимся 28 числа такой праздник провести. Мы приглашаем всех жителей Зарайска, особенно моряков, прийти к Дому культуры Леонова. Здесь будет проведен построение моряков, вынос знамени, поздравления. Отдел культуры готовит художественную часть мероприятия, а в дальнейшем все будут приглашены для отдыха в парк имени Кирова.